Билеты в театр, а также сладкие подарки получили 10 детей из приемных и многодетных семей. Вместе с мамами в эти выходные они посетят спектакль «Белоснежка и семь гномов». Добрую традицию дарить детям сказку решила возобновить супруга главы города Надежда Полякова. Я желаю вам, чтобы вы, посмотрев ее, получили большое праздничное настроение, больше положительных эмоций. Мы эту традицию будем продолжать. Как можно будем стараться для вас, чтобы вы побывали в детстве и в веселом для вас детстве. Дети с восторгом приняли подарки. Некоторые признались, что мечтали попасть на этот спектакль. Это была моя мечта воплотить сказку в реальность. Балет, да. И мы подарки очень приятные для меня, красивые. И поэтому я очень рад. В Анапе проходит множество культурных мероприятий. С гастролями на курорт приезжают самые известные театры страны. Такие подарки детям теперь станут традиционными.